Не зря говорят, лучший подарок для женщины – это цветы. А если они шоколадные, то шансы порадовать прекрасную половину увеличиваются в разы. В торговом центре «Лига» открылся фермерский островок. Здесь продают сыры, колбасы, сладости и даже вкусные букеты. Глаза разбегаются от такого, значит, изящества и широкого ассортимента. Сейчас вот приобрел, я думаю, попытаюсь своих угостить. Этот фермерский островок – третий по счету, открытый в Московской области. Здесь представлена продукция самых разных производителей. Начинали мы с молочной продукции и сыров, а сейчас уже почти третий год мы вялим и хамончик. Это первый русский хамон Московской области. Вот. И, конечно же, он здесь представлен, поэтому всех ждем на его дегустацию. Ничем не отличается от испанского, а даже лучше. Михаил Смирнов – настоящий гурман и ценитель натуральной пищи. Покупает только свежие, качественные и полезные продукты. Особенно любит сыр. О фермерском островке узнал случайно. Удобное расположение, во-первых. Прямо я зашел. Прекрасное оформление шарами. Удачный маркетинг. Прямо то, что надо. Здесь же я купил горгонзолу за 550 рублей. Прекрасный сыр. Надеюсь, сейчас попробую и угощу своих родственников. На открытии торговой точки посетители могли продегустировать продукцию и выбрать то, что им по душе. Этот мармелад сделан по уникальным технологиям. Так говорит Ольга Абрамова, производитель натуральных сладостей. Стараемся более уже переходить к нашим российским продуктам. То есть вот у нас мы разработали новое, полностью ягодное, то есть клюква и смородина. Фермерский островок только начал работать, но уже пользуется популярностью у химчан. Торговая точка дает возможность частным хозяйствам продавать товары и находить своего покупателя. Юлиана Мазырина, новости Химки ТВ.